Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы орталық коммуникациялар қызметін баспасөз конференцияларды жалғастырамыз. Конференциясының тақырыбы елдің ішкі нарындағы өткізілетін өнім мониторингінің нәтижелеріне арналады. Уважаемые коллеги, тема нашей пресс-конференции посвящена результатам мониторинга продукции, реализуемой на внутреннем рынке страны. Речь идет о молочных, мясных, масло-жировых и кондитерских продуктах питания. К нам на колл-центр неоднократно поступали вопросы от представителей средств массовой информации касательно обеспечения потребителей безопасной пищевой продукции. Именно об этом мы поговорим сегодня с председателем комитета по защите прав потребителей Алиакпаром Булатовичем Матишевым. Добро пожаловать. Пожалуйста, вам слово. Хайлюкин, журналистер. Осы әр сіздермен кездесуіміз бізге өте үлкен жауапкершілік. Соңғы рет сіздермен осы жерде біз 14-ші жылдың соңғы күнінде кездесіп едік, 31-ші желтоқсанда. Үш күн айдан артық уақыт өтті. Үш айдан уақыт өтті. Енді біз Қазақстан Республикасының ішкі нарығындағы сатылатын өнімдердің мониторингін нәтижелерін жинақтау үшін кездесіп отырмыз. Бұл ет, жаңағы айтылғандай, сүт өнімдері, құс еті, май және кондитерлік өнімдері. Қазір біз тағы бір неше топты алкогольдік өнімдердің және балаларға арналған өнімдердің тексеріп жатырмыз. Нәтижелерін әрине сізге де біз жұмысымызды бітіргесін хабарлаймыз. Комитеттің аумақтары департаментінің өнімдерінің санамаларын сатып алуында наурызда бастағанбыз. Бұл жұмыс жоспарды тексерудің тыс жүргізіп жатырық. 15-ші жылғы жарты жылда жоспарлы тексеру 4,5 мыңнан асады. Сонымен сатып алу бақылаудың басқа түрі, бұл комитеттің жұмыстары жаңа құрал. 14-ші жылы тексерулерге мораторий болған. Комитет агенттік базасында қайта құрылып және оған қосымша функцияларын берілгеніне біз ішкі нарықтағы жағдайды бақылап отырдық. Тексеру неге наурызда бастадық? Бұл күткен заңнама 15-ші жылдың 1-ші қаңтарынан бастап күшке кірді. Барлық қажетті қаулар мен заңнамалық актілерді біз сәйкестірікке келдірдік. Ішкі нарықты тамақ өнімдерінің қауіпсіздігінің қамтамасыз ету мақсатында 2 наурыздан комитеттің аумақтары, департаменттары, бөлшектер саудадан өнімдердің санамалары алуға барды. 1 мыңнан астам сынама алынды дүкендерден. Бұл цифр аралық деп айтуға болмайды. Себебі біз өнімдердің бірнеше топтарын зерттеп жатырмыз бүгінгі күнге дейін. Ресейден құс етінің 5 тоннасын астама микробиология және гигиеналық көрсеткіштері сәйкес келмеген. Сол себептен алынды. Өнімдердің 1 тоннасы жойылды. Ол сальмонелла ішінде табылған. Техникалық регламентте сәйкес келмейтін өнімдерге байланысты. Біздің комитетіміз аумақтардың бәріне мониторинг жүргізуге тапсырма берілді. Оның бәрін айтсақ, ішек, таяқша, бактериялық және микроорганизмдер Ресейдің ірімшігі және сүт өнімдерінің ішінде табылды. 300 аса санама зерттелді, соның ішіндегі 27% сәйкеске келген жоқ. Оның ішіндегі айтып кететін болсақ, Ресейдің тағамдары бар, Ресеймен жаңағы айтқандай Қырғыздың тағамдары. Ет өнімдердің зертханасын зерттеу нәтижелері бойынша ішек таяқша калий натрий нитраттың артуы шошқа ДНК-сының
ішінде табылды. Оның бәрі этикеткенде да жазылу керек, жазылмағасын сондай ДНК табылған. Кондитерлік және май өнімдердің зерттеу кезінде техникалық регламентте сәйкес келмеу және тұтынушылардың алдау анықталды. Жоғарыда көрсетілген өнімдердің барлығы Қазақстан аумағына заңды түрде енген және сәйкестік сертификаттар бар. Бұдан басқа өнімдер саудадан алынған айыппұл салынды, әкімшілік іс қозғалды. Қарсы кездесулерге бастамашылық салынып жатыр бүгінгі күнге дейін. Сонымен қатар бізге өнімдердің алып жою және жою туралы шешім қабылданған сауда үйлері өнімдерді нақты заң бұзылу фактілер бар. Егер мен бәрі осы тауарлар мен сауда үйлерінің аттарын айта болсам, оған көп уақыт кетеді. Осы ақпаратты барлығын сіздер біздің сайттан көріп табаласыздар. Мониторингтің барлық нәтижелерімен сол жердегі арнайы графикте табуға болады. Бұны өнім беруші және өткізу үшін кредит тарихы деп айтуға болады болашақта. Егер тіпті ол осы бұзылған фактілерге сәйкес келмесе, оның аты осы тізбеде қала береді. Қазіргі жағдай бойынша комитет тек бөлшек саудамен және саудалармен күресумен шектеліп отыр. Себептеріміз күресу керек. Ал бұл үшін басқа мемлекеттік органдармен біз ойлаймыз көмегі керек. Комитеттің жұмысты басты мақсаты қауіпсіздік. Тексеру нәтижелері кәсіпкерлердің өзі өнімдерінің сапасын және қазақстандық немесе шетелдік өндірушінің сатып алушы адал қарым қатынасын жақсартуға келу керек. Бизнесте тұтынушылар үшін күресу керек. Бүгінгі күнге біз бәрі көріп отырық, ГСМ және электроэнергияның бағасы төмендеп атса, бұл Қазақстан тауарларына бағасы төмендеп отқанын мен әлі өзім көрген жоқпын. Қазір комитет тұтынушыларының виртуалдық, сол себептен біз үйретушінің мектебін құрып жатырмыз. Ол тауарларын керек екенін біз хабарлаймыз. Уважаемые журналисты, еще раз добрый день, здравствуйте. Для меня, как всегда, большая ответственность находиться перед вами. Последний раз мы на этой площадке встречались с вами в последний день прошедшего 2014 года. Это было 31 декабря, прошло уже более 3 месяцев, и у нас есть повод встретиться с вами, чтобы обобщить результаты той работы, которую мы сделали по анализу товарного рынка Республики Казахстан на соответствие пищевой безопасности. Сегодня мы провели мониторинг и анализ следующей продукции. Это мясо, молочная продукция, мясо птицы, кондитерские изделия, жировая продукция и молочная продукция. Еще раз повторюсь. Сегодня мы данную работу продолжаем, это только начало нашей работы. Мы охватили только часть. В том числе мы начали работу по другим товарным группам. Это, например, алкогольная продукция, продукты для детей, детские товары. Результаты, конечно, мы вам сообщим. Закуп или вот эту мою работу начали вместе с нашими территориальными департаментами в первых числах марта. Я подчеркну, что эта работа нами ведется помимо той работы, тех плановых проверок, которые нами запланированы на 2015 год, а их более 4500. Что это за работа, закуп, которую мы сейчас произвели и производим, по результатам которого мы делаем результаты по пищевой безопасности? Это так называемые иные формы контроля, это новинка в казахстанском законодательстве. Оно вступило в силу, начиная с 1 января 2015 года. Естественно, весь 2014 год, вы знаете,
был мораторий, шла реорганизация нашего комитета. Комитет состоялся или образовался он в сентябре прошлого года. И мы, естественно, с этого времени только отслеживали ситуацию, не имея на тот момент никаких законодательных рычагов или механизмов воздействования на ситуацию. Более того, с января месяца, после принятия законодательных актов, понадобилось 2 месяца, чтобы вот в реализацию законов были приняты правила, другие акты, которые позволили бы нам начать данную работу. Она была завершена только в начале марта. Естественно, мы, имея данный материал, 1 марта, со 2 марта мы начали нашу работу в целях обеспечения безопасности на внутреннем рынке. Нами на сегодняшний день отобраны более 1000 проб продукции. Цифры эти на сегодняшний день промежуточные, потому что мы эту работу продолжаем. И также по группам, которые я перечислил, и по тем другим товарным группам, которые будут попадать в поле нашего зрения. Теперь я бы хотел сказать результаты нашей работы по мясу птицы. За это время нами снято с реализации более 5 тонн мяса птицы по микробиологическим и гигиеническим показателям. 1 тонну нам пришлось уничтожить, в которой мы обнаружили сальмонеллу. Естественно, эта продукция она заражена. Многая продукция птицы она инжектирована, напичкана водой, которая несет прямую угрозу здоровью граждан. В отношении данной продукции, которая не соответствует техническим регламентам, нами ведется мониторинг. Далее по данной продукции мы выявляем оптовых поставщиков и выясняем, каким образом данная продукция попала на территорию Казахстана. И мы будем, конечно, обнародовать имена, данные тех компаний, которые завозят на территорию Казахстана недоброкачественную продукцию. По молочной продукции мы здесь видим и обнаружили бактерии кишечной палочки, микроорганизмы, также в сырах есть. Исследованию подлежало более 300 проб продукции. Из них 27% они не соответствуют требуемым показателям. Это продукция киргизского и российского производства. Снято с реализации более 2,5 тонн молочной продукции. Теперь по мясной продукции имеется в виду консервы и другая мясная продукция. По ним мы также видим кишечные палочки, превышение нитратов калия и видим ДНК свиньи, которая не отражена и не показана на этикетке. То есть это тоже своего рода элемент обмана потребителя или заблуждения потребителя в неведении. Естественно, в тех позициях, которые я сказал, да, кишечная палочка она присутствует, и есть допустимые нормы, но если когда это присутствует в разы, это, естественно, есть прямая угроза жизни, здоровью и безопасности потребителя, нас вместе с вами. Теперь по масложировой и кондитерской продукции. В нем мы видим несоответствие содержания жира, энергетической ценности. Обман потребителей также выявлены вот, в шоколадах и других кондитерских изделий. Там есть превышение дрожжей более чем 8,5 раз. Те потребители, которые имеют вот по каким-то своим параметрам здоровья ограничения по употреблению в таких количествах, это, естественно, ведет тоже к прямой угрозе здоровью граждан, потребителя. Я бы хотел также отметить, что вся данная продукция, которая на территорию Казахстана попала, она имела сертификаты соответствия, другие нужные документы,
То есть это можно говорить о том, что данная продукция попала на территорию страны легально. Какие мы принимаем меры? Данная продукция, которая не соответствует параметрам, естественно, она изымается из торговли, нами налагаются штрафы, заводится административное производство, инициируются встречные проверки, в том числе по поставщикам. У нас есть название конкретных торговых домов, точек реализации, какая продукция не соответствует. Знаем именно производителей и конкретные вот нарушения, в том числе именно конкретный город. Если это я все буду перечислять, это займет очень много времени, вот эти все данные. Я их специально не буду сегодня озвучивать, это большой перечень. Вся информация есть она на нашем сайте. У него, кстати, сегодняшнего дня новый адрес, это kzpp.gov.kz. Мы его сейчас обновляем. Не останавливается его работа. Все результаты проведенной нами работы, анализа и мониторинга вы найдете в реестре недобросовестных поставщиков. Это своего рода кредитная история поставщика и реализатора. Мы, наверное, вот таким вот образом будем показывать и говорить наших недобросовестных поставщиков и реализаторов. Хотел бы также сказать, что по всем выявленным нами фактам мы информируем страну, производителя данной продукции и наших коллег, в том числе Роспотребнадзор и Киргизстан. Мы, наши службы, руководители, регулярно встречаемся, у нас налажены партнерские взаимоотношения. Последний раз я вот со своим коллегой Поповой Анной Юрьевной встречался на консультативном совете защиты прав потребителей стран СНГ вот 8 числа и будем дальше встречаться вот в середине мая в Оренбурге. Нами налажена связь, партнерские отношения для того, чтобы вот по всем этим продукциям мы имели информацию и чтобы мы в пределах своей страны принимали меры к недобросовестным производителям для того, чтобы они приводили свою продукцию в соответствии с санитарно-гигиеническим нормам. На данный момент ситуация такая. Комитет по защите прав потребителей ограничен розницей и борьбе с последствиями. Нужно бороться с причинами. Для этого необходима поддержка других госорганов, в том числе, которые контролируют внешние наши границы и ввоз товара на территорию Казахстана. Я бы хотел подчеркнуть, что для Комитета по защите прав потребителей главными приоритетами в работе были и остаются права потребителя и безопасность продукции. Хочется надеяться, что результаты проверок заставят предпринимателей, бизнес задуматься о качестве своей продукции, о более порядочном отношении к покупателю, независимо от того, это казахстанский или иностранный производитель. Потребителю нужен безопасный продукт. Бизнесу необходимо бороться за потребителя безопасной продукции. Поэтому, вот говоря об ответственности бизнеса за качество, за безопасность его продукции, отметить такой фактор, то, что несмотря на то, что сегодня идет снижение цен на ГСМ, на электроэнергию, мы сегодня не можем привести фактов снижения цен на казахстанскую продукцию. И в заключение хотел бы сказать, что вот призвать всех казахстанских потребителей более активно изучать продукцию, тот товар, который вы потребляете. Если вы видите факты плохой продукции, видите обман потребителя, если чувствуете, что данный продукт не маркирован соответствующим образом, который представляет прямую угрозу здоровью потребителя, пожалуйста, говорите, сообщайте в Комитет по защите прав потребителей, его территориальных органов. И пора, наверное, вот самим потребителям стать более активными и вот грамотными вот именно в потреблении продукции. Мы сегодня со своей стороны работаем над созданием виртуальной школы потребителя. У нас есть информация, она и на сайте. Мы подготовили и учебные, другие материалы для потребителя. Ну и в заключение я хотел бы поблагодарить журналистов и вас, средства массовой информации,
за те материалы, вот по нашим анализам, которые вы доводите до потребителя, информируете потребителя, ваша информация, она нужна. И также, со своей стороны, отмечаю, хотелось бы еще раз поблагодарить за ту объективность информации, которую вы преподносите потребителю. Спасибо. Первый вопрос, Брышлак, «Жас Казах», сізден бастаймыз. Түлен Тілеубай, «Жас Казах» газеті. Әли Ақпар Болатылы, екі сұрақ нақты. Біріншісі, жаңа сіз айттыңыз, Қазақстан аумағына енгізілген осы тауарлардың көпшілігі заңды жолмен кірген деп. Осы жерде бір сұрақ туындайды, осы кіргізген мекемелер, жіберіп қойған мекемелер, қандай мекемелер, оларға қатысты бір жауапкершілік бола ма? Екінші сұрақ, мына Ресей мен Қазақстан арасындағы сауда соғысы жайлы әртүрлі алып-қашпа әңгіме бар, соған қатысты нақты ресми мәлімдемені вице-министр мырза айтты, Өскенбаев. Бірақ шынында да осындай сауда соғысы жүріп жатыр ма қазір? Ресейде, Қазақстанда. Рахмет. Бүгін біз үш елде бір шекара болатын болғасын, бұл тауарлар сыртқы шекарадан кіріп атқан шығар деп біз ойлаймыз. Негізі сыртқы шекара ол жалғыз тек қана Ресей емес қой. Сол себептен ол да Ресейге басқа шекарадан кіру мүмкін. Сол себептен бізге ол қай жерден қалай кіріп атқанын анықтауға бүгін біз анықтауын айта алмаймыз. Шекарамен байланысты мемлекеттік органдар көп. Екінші сұрақ, бүгін мынау сауда соғыстар деп атсыздар, оны біз айтқан жоқпыз. Бұл сырттан шығып атқан бағдарлама. Әр елде, бұл біздің комитетіміз болсын, біздің әріптестеріміз Ресейдегі Роспотребнадзор болсын, тағы басқа органдар болса, әр салалар өздерінен жұмыстарын нақты реттеп жұмыс істесе, бұның бәрі пайдасы тұтынушыларға тиеттеп мен айталамын. Дело в том, что сегодня внешние границы таможенного союза, они довольно большие и широкие, вы знаете. Поэтому, как данная продукция попадает на территорию Казахстана, внешние границы, мы сегодня, вот какие государственные органы задействованы, все государственные органы задействованы. Потому что внешние границы Казахстана, они не определены не только внутри, вот между казахстанской и российской границей, например. Это уже широкий спектр. Теперь по второму вопросу. Я бы хотел сказать, что если все государственные органы, будь мы, будь наши коллеги из других стран таможенного союза, Роспотребнадзор, белорусские наши коллеги, если каждый мы будем добросовестно и эффективно выполнять свою работу по недопущению реализации на территории наших стран продукции, это во благо и хорошо потребителю. Эту работу делаем сообща. Мы знаем, какую работу проводят наши коллеги, они знают нашу. И я полагаю, что данная работа, она будет иметь положительный эффект и с точки зрения также конкуренции, для того, чтобы производители могли ориентироваться на производство безопасной продукции. Те, естественно, кто не соответствует этим критериям, им будет не место, и они, естественно, не выдержат конкуренцию. Благодарю вас. Олег Рябченко, Ойлнюс, пожалуйста. Да, благодарю. Вы сказали, что была изъята продукция российского и кыргызского производства. Помимо этих стран еще ли изымается продукция из других стран, помимо этих двух? И как обстоят дела с казахстанской продукцией на прилавках России и Кыргызстана? Изымает ли Роспотребнадзор нашу продукцию там? И в каком объеме, если все-таки изымает? Благодарю. Мы мониторим продукцию всю, которая находит... То есть мы эту работу только начали, я вам сказал, с марта месяца. Естественно, за этот промежуток времени мы не можем освоить весь спектр, проанализировать. Под нашим анализом, контролем, мониторингом находится также продукция казахстанских производителей. Мы эту работу начали, вы об этом узнаете. Если брать предыдущий год, время, вы на нашем сайте увидите также, что нами наложены ограничительные меры к продукции таких стран, как Перу, Аргентина, Украина, прибалтийские консервы, шпроты. Поэтому для нас нет разницы, товар какого происхождения или из какой страны заходит. Для нас важно, чтобы любая продукция, которая представляет угрозу
здоровья и безопасности потребителя, нас вместе с вами, она изымалась из оборота, несмотря, я еще раз повторю, на его происхождение. Агентство «Рейдер», ну у меня такой вот опять-таки уточняющий немного вопрос вот по поводу торговых войн с так называемыми торговыми войнами с Россией. Все-таки видите ли вы здесь какую-то либо политическую подоплеку, потому что и ваш комитет, и российское ваше аналогичное ведомство уже обменялись как бы взаимными запретами. Это вот первый вопрос, видите ли вы здесь политическую подоплеку, первое. Второе, либо это какая-то руками, есть такая версия, что руками этих двух ведомств ну, как бы происходит конкурентная борьба между производителями. Вот что бы вы на это сказали, ну так вот эксперты говорят. И второй вопрос, вот только что было сообщение о том, что Россельхознадзор опять завернул яблоки польские, которые шли в Казахстан. И это тоже вот не в первый раз. Как вы вообще вот так вот сотрудничаете с российскими ведомствами, когда они не дают какому-то западному товару дойти до Казахстана? Знаете, дело в том, что мы сегодня эти факты не успели сюда вынести. Мы, кстати, тоже анализируем овощную, плодовощную продукцию. И у нас тоже есть факты, уже пока единичные, я поэтому вам это не говорю, что в них очень большое содержание нитратов, например. Но если, допустим, данная продукция она не соответствует параметрам, если она пытается зайти на территорию Таможенного союза, естественно, действия наших коллег, они оправданы. Так же, как и наши действия по отношению к такой продукции будут правильными. Теперь по продукции. Есть две ограничительные меры, чтобы вы не путали. Первое – это запрет на ввоз на территорию Казахстана и запрет на реализацию. Это две разные вещи, пожалуйста, поймите. Запрет на ввоз на территорию Казахстана – это означает, что вообще запретить. Потому что любой товар, который поступает на территорию, он же может быть иметь двойные последствия. Один добросовестный поставщик или реализатор, который его завез, он его продает, хранит в надлежащих условиях. Естественно, его продукция, она соответствует техническому регламенту. Есть который другой, нарушает условия хранения. Естественно, и возможно, его продукция, она будет испорчена и не соответствовать. Такая продукция будет изыматься. Нами на сегодняшний день проведены мероприятия, анализ, результатом которых явился запрет на реализацию в каких-то конкретных точках. Пожалуйста, это две разные вещи. Поэтому запрет о ввозе на территорию или запрет, допустим, реализации целой партии, так вопрос не стоит. Здравствуйте, Амир Саминбетов, 7 канал. Скажите, пожалуйста, вот вы знаете, что на Агим Астаны призвал население бороться именно с мусором и со стихийными торговцами. Мы знаем, что на улицах Астаны продаются не только бытовые, но и пищевые продукты, а именно молочные изделия, мясные, салаты. Скажите, пожалуйста, как комитет будет с этим бороться и намерены ли вы участвовать в этой акции? И второй вопрос. На прошлой неделе в Астане, в Алматы были выявлены в шашлычных и в общественных местах, где готовят шаурму, крысы. Скажите, принимаются ли какие-то меры в связи с этим? Спасибо. Со стихийным рынком или со стихийной торговлей это не задача комитета по защите прав потребителей и его структурных подразделений. Поэтому я вот так отвечу и на этом остановлюсь. Теперь второй вопрос. На сегодня, да, участились случаи отравлений. Вы все знаете, так же, как и мы. К сожалению, сегодня мы ограничены по проверкам тех пищевых объектов или мест общественного питания, которые, может быть, которые не соответствуют тем требованиям, которые нужны. Поэтому мы идем только по фактам случившегося. Тот объект, который вы сегодня сказали, он закрыт. Нам пришлось двое суток искать его владельцев. Могу сказать, что данная точка была в субаренде, потому что арендатор пересдал его другому, третьему лицу. Естественно, при этом не соблюдаются все нормативы, то есть по его разрешительным документам на открытие, также по требованиям, чтобы
вот, по санитарным книжкам. То есть такие факты, да, есть. Вы знаете, что такой же аналогичный факт есть в Алмате на вокзале. То есть по ним мы принимаем меры. Добрый день, Бутагу Саиджанова, стратегия 2050. Скажите, пожалуйста, планируется ли ужесточить меры наказания за нарушение прав потребителей в Казахстане? И будут ли определенные дополнения или изменения законодательства? Спасибо. Сегодня вот по тем фактам, которые мы выявляем, по вот, безопасности пищевой продукции, штрафные санкции от 300 до 600 МРП. Месячных расчетных показателей. Естественно, данные показатели, они очень маленькие. Мы видим необходимость в том, чтобы ужесточить и повысить данную планку. Но для этого нужно время, для этого нам нужно внести предложение и иметь понимание и поддержку как со стороны бизнеса, так и наших других коллег. Сегодня получается, к сожалению, что легче заплатить штраф, чем уничтожить продукцию, которая не соответствует. Естественно, та продукция, которая нами накладывается запрет, чтобы они его не перепродали и не отнесли куда-то на рынок и не перепродали там, то есть не потеряли доход, ну, конечно, тогда получается легче заплатить штраф. Агентство «Интерфакс Казахстан», у меня больше уточняющий вопрос, вот, коллеги из Рейтера, вы не ответили на вопрос, точнее не прокомментировали это утверждение о том, что между Казахстаном и Россией идет торговая война, потому что и Россия, и Казахстан обменялись уже взаимными претензиями к качеству товаров. Это утверждение верно или все-таки нет? Как вы считаете? Спасибо. Наверное, мы все стали выполнять свою работу, и данная работа, его результаты интерпретируются как вот негативные факторы. Я даже это слово называть не буду. Нет такого понимания. Я буквально я говорю. Я вот 3 дня назад встречался с моим коллегой, главой Роспотребнадзора Попова Анной Юрьевной. И вот эти факторы, которые мы сегодня делаем, они находят понимание. Мы говорим, да, мы сегодня будем чистить этот рынок от недобросовестной продукции. Как от казахстанских производителей, так и российских и других. Естественно, та же продукция или та же, допустим, несоответствующие товары, будь это казахстанский или другой, наши коллеги тоже принимают адекватные меры. Это, я полагаю, что это, для этого нужно работать. Если таких фактов, результатов не делать, естественно, нужно не работать. Поэтому я еще раз говорю. Я это не повторяю. Почему? Потому что, как говорится, не верь слухам, пока сам его не повторишь. Поэтому я ничего такого говорить не буду. Наша работа, если каждый любой фактор, если вы знаете, вот это мы только начали работать, это 1 месяц, март. Вот если мы дальше будем продолжать, если вы любое наше вот такое действие будете вот так преподносить, как будто это вот завтра вы нас свяжете с другой страной, там, с другими альянсами, ну и тогда вот главное, я вот еще раз говорил, вот то, что вы журналисты, я вот смотрел все ваши релизы, как вы преподносите материалы, как и на телевидении в том числе. Я вот вижу вот понимание, как вы глубоко знаете дело и ситуацию. И еще раз вам спасибо, что вы его правдиво, достоверно доносите. Поэтому я бы хотел сказать, что вот, в подбирании вот этих выражений давайте будем все осторожны. Не будем на этом делать акцент. Смотрите, если мы это не видим, если мы это не изымаем, вам же от этого будет плохо, так же, как и нам. Мы все потребители. Я не чиновник, вы не журналисты, вы потребители все. Поэтому в потреблении товаров, работ, услуг, мы все в одной лодке. Спасибо. Спасибо. Первый канал, пожалуйста. В селе Березовка продолжаются обмороки детей. И одно из последних — шестиклассники местной школы. С чем вы эти связываете, недомогание, и как решаются эти вопросы? И еще, если можно, прокомментируйте ситуацию с вакцинами. Для того, чтобы данный поселок или переселить, также проводятся осмотры. Поэтому окончательные решения, окончательные материалы, они
будут вам известны. Вот больше я вам ничего пока добавить не могу по этому вопросу. А по вакцинации по кори я могу сказать, что, например, в этом году идет, вы знаете, большой рост этой заболеваемости. Мы сегодня, так же, как и вы, разделяем озабоченность наших родителей, родителей этих детей, которые попали в лечебные больничные учреждения. Сегодня проводится работа. Результаты вам станут известны. Ну а по поводу, допустим, делать дальше вакцинацию или не делать, если посмотрите последние статистические данные, допустим, в Германии она выросла уже в этом году разы. Корь, она мигрирует по всему миру. Случаи увеличения в кори в Казахстане по сравнению с прошлым годом превышение составило более чем в 13 раз. Поэтому данные факты, наверное, говорят о том, что вот ответ, нужна вакцинация или не нужна. Поэтому решайте. Я полагаю, здесь без комментариев. А мы завершаем нашу работу. Я благодарю вас за то, что вы нашли время поучаствовать в нашей пресс-конференции. Всем спасибо. До свидания.